шумихе, посвященную размещению городов на новых купюрах, и истерии вокруг этого всего посвящается. Прокачусь по Россиюшке, побываю в столице я, и в театр, что на стольнике, заявлюсь на балет. Там в антракте с блондинкою под коньяк познакомимся, ну а после поеду к ней на шикарный мир. Нет, ну конечно и в Питере, что на полтиннике синенькам, побухаю со Шнуровым и про туфли споем. Только как же отвечу им на вопрос риторический? А вообще, кто ты, братишечка, из каких нам краев? И неужель по приколу мне объяснять той блондиночке про себя распрекрасного и руками махать? Или питерцу пьяному после двух литров водочки кругозор и начитанность четно изображать? А вот была бы бумажечка, да в кармане у каждого, скажем, рубликов 200 или 2 косаря, отвечал бы уверенно на вопрос риторический. Вот мой лик героический. Ну чё, вспомнили, бля? Эй, казна федеральная, нарисуй ко мне рубль на. Нет, не рубль, а стольничек, а еще лучше 2. 200 рубликов денежка, да с портретом эпическим. И не какой-нибудь бабына, а реально там я. Задолбали дурацкие города, да, на рубликах. И еще миллионники хотят попасть на бабло. А ведь есть предложение, как пример, кстати, Ленина, напечатать на денежках мое в профиль табло. Есть в России красивые, есть в России умные, есть таланты и гении между нас дикаря. Но один сочетаю я, эти все добродетели, и к тому ж очень честные. Ну блин, кто как не я? Эта песня нескромная очень уж получилась. Зашипят все от зависти и какашкой метнут. А такие, как я, умные, юморные, классные, все поймут меня правильно, лайкнут все мой в ютуб. Эй, прокачусь по Россиюшке, загляну в каждую дырочку, осмотрю ее прелести и везде дам ответ на вопрос, познакомимся, из кармана 200-тинки. Весь красивый я, да в профиль там казначейский билет. Эй, казна федеральная, нарисуй ко мне рубль на. Нет, не рубль, а стольничек, а еще лучше 2. 200 рубликов денежка, да с портретом эпическим. И не какой-нибудь там бабына, а реально там я. Слушайте полную версию танцевальную этой песни и читайте материалы, посвященные этому треку, на сайте, страничка которой примерно где-то тут появится. Всем пока.